Один из популярных русских народных хоров Рязанской. 25 лет назад его возглавил молодой выпускник Московской консерватории Евгений Попов. Тогда же хор впервые исполнил одну из его песен. Сейчас заслуженный деятель искусств РСФСР Евгений Григорьевич Попов автор более 60 песен. Многие из них вошли в репертуар Рязанского хора. «Спит ковыль» на стихи Сергея Есенина – одна из самых новых песен Евгения Григорьевича Попова.